Здравствуйте, с вами снова передача «Слово эксперту», подготовленная Федерацией судебных экспертов для того, чтобы осветить, как-то донести до вас, и вы могли знать, что такое экспертиза, какими видами мы занимаемся, и в чем заключаются некоторые виды, и какие вопросы перед нами ставятся. И сегодня мы хотели бы поговорить о экологических изысканиях и экологическом мониторинге. Для этого сегодня у нас в гостях Евдокимов Павел Артемьевич, инженер-эколог автономной некоммерческой организации Центра экологических экспертиз. В чем же отличие экологических изысканий от экологического мониторинга? Экологический мониторинг, он проводится уже после ввода в эксплуатацию зданий. То есть даже в том же самом проекте, который уже упоминал, санитарно-защитные зоны, указаны точки, посты на границе зоны, которые будут измерять те вредные вещества, которые поступают от нашего объекта в окружающую среду. Законодательством оговорено период замеров, и период отчетности, не превышает ли. Это может организовывать как и сам собственник здания, и предоставлять в проверяющий орган. Так и проверяющий орган на период проверки тоже по данным постам, по данным документам будут проводить замеры. То есть... это уже мониторинг. Каждый серьезный объект, который вносит серьезный вклад в загрязнение, обязан проводить замеры и не допускать превышения... допустимых норм. Превышение допустимых норм. То есть мы с вами выяснили о том, что инженерные изыскания проводятся на период подготовки того или иного объекта к строительству, реконструкции, перепланировке, либо каких-либо иных изменений, связанных вот с данной территорией, с какой-либо земельной территорией. Мониторинг – это уже последующие действия, которые проводятся после уже возведения какой-либо конструкции, постройки здания, либо иного объекта на конкретном определенном земельном участке. То есть это предшествующие изыскания, последующие – это мониторинг. Спасибо вам большое тогда за интересный рассказ. Я думаю, что вам было полезно сегодня наш разговор. Будут какие-то вопросы, всегда обращайтесь. Наши эксперты-консультанты вам помогут, ответят на ваши вопросы. Обращайтесь к нам в форум нашей Федерации судебных экспертов. Мы всегда на связи. Звоните. Всегда поможем вам отстоять ваши права. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания.